Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Марк, Денис, Антон. Много есть имен на свете, может целый миллион. Что значит «наши имена»? Веснушка, ты слышишь меня, нет? Ну что, Кипятоша? Что, помощь нужна? Я тут кроссворд разгадываю и никак не могу вспомнить, как зовут богиню охоты. Артемида вроде. Артемида-то я знаю, но тут покороче имя. Всего 5 букв. 5 букв? Ну-ка, дай-ка посмотреть. О, знаю, Диана! Точно! Ой, как же я мог забыть-то? Наверное, она у меня больше с Луной ассоциируется. Она ведь в первую очередь богиня Луны у римлян. Они что, при Луне охотились? По ночам как оборотни. Ну, ты и фантазерка. Нет, конечно, просто со временем функции некоторых мифологических персонажей менялись. А сейчас имя Диана прекрасно существует и без всяких мифов. Кстати, да, очень красивое имя. Но а что оно значит? Или прям так и есть? Богиня Луны и охоты? Не так. Но его значение не до конца ясно. Вероятнее всего, оно происходит от латинского корня «деус», то есть «бог». То есть Диана божественная? Вроде того. Ох, сильное имя! Под стать какой-нибудь знаменитости или принцессе? Оно как раз и принадлежало знаменитой принцессе Диане. Слышала о ней? Да, она была принцессой Великобритании. И я слышала, что она много хорошего делала. Навещала больницы, защищала животных. Много занималась благотворительностью, да, правильно. А по-английски ее имя также звучит? Диана? Немножко иначе. Дайан, сокращенно Ди. По-русски я тоже слышала такое сокращение. А как в других странах зовут Диану? Почти везде похоже. Диан, Дианне. Но мне понравился португальский вариант. Динь-динья. Воу, слушай, это просто как фея Динь-динь. Ну, помнишь из книги о Питере Пенни? Может, ее полным именем было Диана? О, интересный вариант. А других знаменитостей с этим именем ты знаешь? Кроме богини, принцессы и, возможно, феи. Ну, например, Диана Вишнева, балерина, Диана Арбенина, певица, Диана Злобина, поэтесса. И я уверена, есть еще много талантливых Диан. Несомненно. Что значит «наши имена»?